Всем привет! Вы на канале Отпуск 24/7. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик и лайки. Сегодняшнее видео посвящено отелю Double Tree by Hilton Antalya Kemer. Отель расположен в 500 метров от центра Кемера, в 40 километров от Анталии. Аэропорт Анталии находится в 57 километров от отеля. Отель был открыт в 2005 году. Последняя реновация проводилась в 2018. Состоит из одного пятиэтажного здания. Для удобства имеется 3 лифта. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями. В отеле 6 баров с элитными зарубежными напитками. Один главный ресторан, 4 а-ля-карт ресторана и самый огромный фудкорт с уличной едой на побережье Турции. Отель работает на ультра, все включено. В отеле 2 бассейна. Один огромный бассейн протяженностью 1330 квадратных метров расположен на открытом воздухе. Второй бассейн располагается в полностью закрытом помещении и возле него расположена джакузи. Открытый бассейн оборудован водными горками. Отель находится на берегу собственного галечного пляжа протяженностью 150 метров. Так, заселение в отель Double Tree Hilton. Заселили нас очень быстро. Правда, мы приехали не ночью, мы приехали не в 12 часов дня. Нам рейс задержали, мы прилетели в 16.00 и в Анталию и прибыли в отель где-то примерно в 17:30. Подошли на ресепшн, нам мгновенно дали номер и нас мгновенно поселили. Мы взяли самую минимальную категорию номера, не просили поменять, чтобы там сменить какие-то виды и так далее и тому подобное. Мы хотели показать реалии, куда селят и как селят. Мы знаем про то, что в TripAdvisor и так далее сейчас на отель польется очень много негатива за плохое поселение. С чем это связано? Связано в первую очередь с карантином. Во время карантина очень многие туроператоры позаливали большое количество денег в свои отели, с которыми у них прямые контракты. Потом, чтобы эти деньги вынуть, туроператоры начали хитрить. Они продают у себя в системах бронирования отель Double Tree Hilton. Люди его покупают по заниженной цене, понимаете, да? А на самом деле отель и слухом, и ведом не ведает о том, что вы должны к ним приехать. А туроператор вам заявку подтверждает. Когда вы приезжаете уже непосредственно в Турцию, вам говорят: «Упс, овербукинг, вас везут в другой отель». Либо вас просто привозят сюда и бросают вас прямо под ворота этого отеля. И отель начинает разбираться, и разбирается, естественно, с вот этими нюансами нижестоящие клерки. Вы должны это понимать. Вот. Когда уже поднимаются какие-то скандалы, бучи, тогда уже туроператоры начинают напрямую договариваться, и при наличии свободных мест у вас уже непосредственно селят в отель. Однако есть такие моменты, когда кого-то поселили, а кто-то напрямую выкупил отель, да, то есть где-то вот прошел действительно овербукинг, начинаются проблемы с людьми, которые реально заплатили. Вот. И в этом случае отель договорился с корпусом, который находится через дорогу. Корпус хороший, номера там отличные, не переживайте. Но за то, чтобы вы всего лишь сутки провели в том корпусе, это опять-таки, я повторяю, далеко не каждому туристу. Надо знать, когда будет волна овербукингов, мы это знаем. Кто у нас берет туры, мы предупредим про это все. Вот, если вы селитесь вот в том корпусе на одни сутки, то вам дают кучу дополнительных плюшек. Это и бесплатная кабана прямо на пирсе с видом на море. И там идет обслуживание. Вы лежите в кабане, вам несут шампанское, чивас, апероль, фрукты, еду. Вы вообще не выходите с пляжа. На вас дует вентилятор, здесь стоит сейф. Тут лежит огромная кабана, и вы прямо на море, и никого нету. Никто вам не трогает, никто вас не увидит. Еще качельки. А? Еще там качельки. Еще качельки есть, да. Вы снимаетесь прямо с пирса. Мы снимались фотографии, фотосеты делали. Мы покажем, Димка оставит потом, как это круто получается в этой качельке прямо на берегу моря. Во-вторых, вам бесплатно дают кучу бесплатных а-ля-карт. А также еще есть ряд дополнительных плюшек, про которые вы узнаете непосредственно при заселении. Главное, спрашивайте про это. Если вам предлагают номер одну ночь переночевать в корпусе через дорогу, ребята, соглашайтесь, это реально круто, потому что вы полностью пользуетесь отелем. Весь недостаток этого мероприятия – это всего лишь одна минута перейти через дорогу и попасть вот в этот рай, но прожить да там меньше, в спокойствии. Да меньше, вот он. Я даже сейчас приближу, ребят. Вот он. И вид вам дают вид на горы. Вот я сейчас. Оп, видите, да? Если же нет, вас отель поселит в центральный корпус. И мы были свидетелями, да, люди там начинали скандалить, им предлагали, они отказывались тогда.
там нюансы туда-сюда, и в итоге без каких-то доплат, без ничего, людей селили в основной корпус, но без вот этих всех. Вот. А виной во всем именно непорядочная работа. Туроператоры просто пытаются выжить, забрать свои деньги. Мы не будем говорить, какие туроператоры, мы их знаем. Наши туристы их знают тоже, запомнят их надолго. Но ситуация неприятная, но это кризисная карантинная ситуация, ее надо понимать. Поэтому ваша задача, когда вы приобретаете тур, в принципе, в Турцию, добиться от вашего турагента, чтобы он связался с отелем и проверил, что ваше бронирование в отель попало. Вот тогда уже трудностей нет. Я все. Номера мы вам покажем. Мы вам покажем два номера стандарта. Вот. Причем мы покажем свой номер, в котором мы жили. И мы обратились, наши туристы здесь жили. Мы просто, очень многих людей волнует, каким же образом селят 2 плюс 1, как выглядит раскладушка, потому что номер сам по себе небольшой, но он очень классный. Вот, как это выглядит. Поэтому мы просто попросили, зашли к людям в номер, они там жили, у них там разложенные кровати, вот, то есть нету красоты наведенной, но вы в реалиях видите, как выглядит поселение формата 2 плюс 1. В отеле для малышей вам дают маленькие бэби-коты, вы можете не тащить с собой коляски, отель вам это все выдает. У отеля есть радионяни, они это тоже вам все бесплатно выдают. И даже вам дадут горшки, чтобы вы не тянули с собой. То есть для малявок есть все. Детский клуб для деток мы также отсняли. Вчера вечером пошли с Димой, все подснимали и покажем вам детский клуб. Поэтому в этом отеле, несмотря на то, я обращаю ваше внимание, что он не ориентированный на детский отдых, все равно он ориентирован больше на отдых молодежный, но все равно с детьми в этом отеле отдыхать можно. И здесь сделано все для того, чтобы вам было именно комфортно отдыхать в этом отеле с детьми. Наш номер 326. Заходим. И что мы тут видим? Димка уже потихонечку тут. Только прилетели. Только прилетели. Сейчас я покажу 17. Номер, как выглядит. У нас две вот такие кровати. Возле кровати. Да, имеются прикроватные столики. Есть часы, есть будильник, есть розетки. Вот такого формата светильнички, ночнички очень удобные. В номере здоровенная плазма. Работает кондиционер, прикольно. Так, Димон, давай распакуем. Открываем мини-барчик и посмотрим, что у нас в мини-баре. И это абсолютно это бесплатно каждый день. И если вы и использовали, вы можете просить замены, да, вам пополнить. Обновить. Точнее. Водичка, все это есть три колы, фанта, спрайт, вода, так, чай, пакетированный сок и пиво. Да. Чайный набор. Есть чайный набор на время карантина, так как сейчас 14.08.2020 год, на время карантина все дается в одноразовый стаканчик. Да, но тут бумажка. Отлично. Пошли смотреть санузел. В санузле вот такой вот у нас душ. Кстати, очень прикольный, аккуратный душ. Все это добросовестно. Все работает. Имеется. Должно работать. Мы еще не проверяли, обязательно. Так, и косметики полный комплект есть. Раковина здесь есть, здесь у нас есть тапочки. Также же в номерах тапочки. И должны быть что салаты. Это фен. Это да. Фен. Катя, доставай фен, покажи сразу. Многие фен. Спрашивают. Достаточно мощный фен. Тут фен вот такой. Да. Большой нормальный фен. Ну, понятное дело, унитаз, есть трубка вызова, если вы утонули и так далее и тому подобное. Пьяные, да. Так. Ага, у нас есть сейф. Есть. И инструкция по использованию. Да. Есть ящички. Есть вентиля. Есть. Ложечка. Для обуви. Коду номер не коннект. Да, по ходу мы будем проверять, как работает у нас телевизор, какие есть каналы и так далее. Сейчас мы только приехали, только разместились. Вид у нас вам дали вот такой вот вид.
Мы не стали просить никаких там видов, потому что здесь есть, в принципе, частичный вид на море. Здесь обалденный вид на горы, лично мне очень нравится. Мы выходим. Смотрите на этот вид, ребята. Это просто... Это просто капец. Смотрите, а вот это ресепшн, получается. Главный вход W3 Hilton. Следующий отель это Barut Kemer. И после Барута идет Orange County, где мы тоже будем. Здесь у нас есть где посидеть. Есть куда сбить пипу, когда куришь. Смотри. Здесь есть вешалка, сушилка. И я слышу по голосу, что людям, которые здесь отдыхают, очень-очень весело. Уже, да. Реально всем весело. Вот таким вот образом выглядит номер. Номер на самом деле небольшой, но он очень компактный, да, но он классный. Дерево пахнет, дерево очень круто. Мне нравится, очень нравится. И в нем есть, кстати, очень много места для того, чтобы кинуть чемоданы. То есть, если на двоих человек, в этом номере будет реально круто. Но мы будем просить, чтобы нам показали номер, в котором есть вот именно 2 плюс 1. И такие номера здесь есть. И но они могут быть заняты, потому что отель переполнен. Но у нас есть тут туристы, они нам помогут. Конечно. Так, ребят, номер стандарт. Мы попросили наших туристов, это жилой номер. Он не после уборки. Показать вам, как будет идти размещение 2 плюс 1. Вот смотрите. Одна кровать, вторая кровать. И вот сюда доставляют приставную. Вот такую вот формата такого раскладушечку. Вот она. На ней такой толстый хороший матрас. Удобно вам спать? Да, вообще отлично. Кровати вот эти вот сдвинули. И получилось вот такое огромное спальное место. Вид. Вид с этого номера получается на Барут Кемер. Тоже есть вид на море, там вот море видно. Все зелененькое. И, естественно, обалденные горы. Номер точно такой же, как наш. Ну, вот мы вам хотели показать именно размещение. Выглядит размещение вот таким вот образом. Это 2 плюс 1. И этот номер является коннектом. Что такое коннект? А у вас там тоже, да? Давайте. То есть, когда вы заселяетесь большой семьей, вот туда вот будет еще одна семья. Вы можете взять, попросить. Вот, там будет ваша вторая, ну, половина вашей семьи. Вы будете в этом номере, там будут другие люди жить. Все. И это называется номер Connect. Не всегда Connect кому-то там нравится. Бывает, что Connect не нравится. Вот так мы его закрыли. Видите, да, что с той стороны... Если ваша дверь не открыта, попасть к вам нельзя. Мини-бар пополняется, точно такой же, шкафы, санузел, то есть ничего не меняется. Все то же самое, что и у нас. Все, спасибо большое. А теперь покажем дуплекс. Это двухэтажный номер. Заходим в номер. Здесь у нас стандартный идет санузел на первом этаже. Точно такой же санузел, как у нас в стандарте. Шкафу у нас вешалки, сейф, ящички. Кстати, по умолчанию в отеле даются тапочки. Если вам необходимы халаты, вы просто на ресепшн их заказываете. В номере имеется чайный набор, есть мини-бар. Дополнение мини-бара. Каждый день. Каждый день, да, пополняется мини-бар. Здесь у нас телевизор плазма на первом этаже. У нас имеются две вот такие вот кровати. Огромная вот такого формата терраса. Я не буду выходить на нее. И пошел у нас второй этаж. На втором этаже у нас с вами вот такое вот прикольное окошко с видом на первый этаж. Еще одна плазма. Уже двуспальная кровать. Еще один шкафчик с вешалками, полочки, прикроватные тумбочки, кондиционер. Включай свет. Также есть туалет. Еще один, да, санузел, душ.
Ребят, мы просто заскочили в номер, поэтому здесь еще все не выстроено красиво, поэтому сори. И тапочки, опять-таки. Также имеется еще один фен. Вот так вот выглядит номер дуплекс. Номер обалденный. Он больше, чем стандартный. Он очень большой. Да. Он двухэтажный, очень большой номер. Обалденный. И еще один кондиционер здесь есть на первом этаже. Ребята, мы сейчас уже на пляже W3 Hilton. Пляж галечный, море ласковое, и оно очень-очень прозрачное. Также главным развлечением пляжа это все-таки пирс, потому что дети, взрослые и так далее любят прыгать, нырять в море. Также есть кабаны на пляже, они стоимостью 50 евро. На пляже, но все-таки я вам советую больше пойти в этот бар, вот тут. Там намного лучше делают коктейли. И большой выбор. Так, ребята, теперь по пляжу. На пляже мелкая далька. Если вы ищете песчаные, вот это все-таки не сюда, но также она приятная. Ну и вот такая вот галька, она мелкая. А также какая галька под водой, и посмотрите, насколько чистое море. Если вам некомфортно идти по гальке, вы можете спуститься по ступенечкам в море. Есть с одной стороны пирса и с другой. А вот теперь внимание, где посмотрите, какой пляж оборудованный. Здесь, да, есть вот такие деревянные поддоны. Вы двигаетесь, когда по пляжу, вы ходите вот по такому полностью. Все полностью закрыто в дереве, видите? А теперь пройдемся, посмотрим пляж Барута. Один из дорогих отелей. Та-да-да-да. Реалии. Ай. Вот такой нереальный пляж Барута Кемер Коллекшн. Но пляж абсолютно не оборудован. Абсолютно. Поэтому не все бегают либо в тапочках, либо пытаются заняться спортом по гальке. А вот галечка непосредственно здесь. А также отличие пляжей, к примеру, Египта, Турции. В Турции можно купаться даже ночью, вообще без проблем. А также в отеле до 12 и идет дискач. Вот это много. Тут не видно, мы подойдем. Ну, там наверху клубы под открытым небом. Вот там под деревом, ребята, но. Очень классно. И если вам мало, вы и идете в вашу компанию на пирс, включаете на колонке музыку и тусите там. Тогда вы не будете мешать тем, кто отдыхает в отеле. Ребята, вот обед. Я особо не люблю, когда я там на пляже на обед бегать. У них можно брать все с собой на пляж вообще без проблем. Дают на подносиках. Вот это самое крутое мясо, которое они рекламируют. И говорят, оно очень невкусно. Я попробую и скажу вам. Наверное, кусочек отсюда тяпну. Вкусно? Прям очень капец. Также бургеры, вот, также пиццу. И если нам будет мало, мы с Димоном пойдем возьмем, да, еще? Да, вот коктейли. Да, и фрукты тоже с собой на подносе в тарелочке дают вообще без проблем. Поэтому взяли, притащили и наслаждайтесь морем. И также вот тут, вот он, бар.
вообще прекрасно. А вон понтон. Есть вот такая вот проблема по поводу вот пляжа. Видите, да? Пустой лежак, просто положенное полотенце и все. Просьба каждого, кто идет там в ресторан, в номер и так далее, берите с собой полотенце. Не надо оставлять их на лежаках, потому что люди, которые ее придут, им просто негде лечь. Те, кто это видят, если вы видите, что давно людей нету на лежаках, берите вот это полотенце, откладывайте их в сторону, свои вещи ложите и пользуйтесь этими лежаками. И если придут туристы и будет какой-то типа конфликт, в следующий раз они будут делать правильно, а не так. Положили и ушли. Это сейчас касается абсолютно всех пляжей. Вот этот тот нюанс по пляжу в этом отеле, в данном, есть. Скажите пару слов. Что вам сказать? Вам нравится отдыхать в отеле? Мне отлично. Ребята, в отеле 2 бассейна. Ранее было 3. Это крытый бассейн. И вот этот бассейн, он был разделен на 2. В этом году произошла реновация, поэтому он сейчас соединен в один. Тут также горки, они работают по времени. Время будет там, по-моему, с 10 до 12 и с 14 до 3 и с 4 до 5, по-моему, вот так. Поэтому, в принципе, в этом отеле можно быть в бассейне, либо на море. В бассейне вода прохладная, это плюс, а в море очень-очень тепло, как парное молоко. Дети, за мной. Ребята, а теперь я вас приглашаю попробовать пиво. Тут 12 видов. Идем. Дети, за мной. Я вам сейчас расскажу. Поверните на меня камеру, здрасте. Итак, смотрите, вот это получается пивной сад. Здесь 12 видов пива. Днем работает как пивной сад, а вечером это как гриль-ресторан. С 19.00 до 21.00 в этом ресторане вам приносят вот такой вот гриль, мангал, и вы с друзьями, с семьей сами можете мясо. Сами приготовить себе мясо, любое, на заказ, либо там курица, говядина и так далее. Что вот как-то так. Спасибо. Thank you. Следующий. Смотрите, теперь то, что самое главное днем, это наливайка. Вот она, это самая главная наливайка пляжа. Есть спуск там, а есть спуск вот отсюда, с пляжа прямо. Дальше, если вам нужны крутые коктейли и тому подобное, обращайтесь к барменам, вам все дадут. Также на пляже есть и имеется чаи, вон видите? Чай, бутилированная вода, бёрн, вино бутылками могут дать, но если бутылками, это за дополнительную плату. Также на баре есть и импортные напитки, это мартини, это виски, это... Чивас тоже есть. Чивас тоже есть, да. Пиво тоже бутилированное, не в стаканчиках, а вот. Вот, бутилированное, да? Пакетик.
газированные соки, швепсы и так далее. Если вы... И на разлив тоже пируете? Да, на разлив тоже есть. А пироль, шприц тоже наливают, мною лично проверено. И мною лично выпито около 4 литров... Пироля. Марти этого, мохито. Мохито прямо на пляже за день. Также есть еще крутая лаунж-зона днем, а вечером тут уже шоу-программа прямо на вот этой сцене. Ребят, я сейчас покажу вам еще одно атмосферное место в этом отеле. Сразу возле бассейна, как заходим, находится такой очень классный паб. Называется Джордж Паб. И в нем вы можете заказать пиво Гиннес, а также очень классный, вкусный коктейль. Я вам его рекомендую. Как он называется? Линчбург лимонад. Его подают вот в такой вот кружечке, в баночке такой, видите? Джордж Паб работает с 9 утра и до 12 ночи. Также тут около 12 видов импортного алкоголя. Ну а вечером мы сделали фотографию, и это все выглядит вот так. Это лобби-бар, он работает круглосуточно, и здесь подаются круглосуточно импортные напитки. Виски Джемисон, Джек Дэниелс, также есть еще Чивас 12-летний, и он абсолютно бесплатный в любом количестве. Вот это такой вот, я его назвал мой мини-бар. Ребята, теперь я вам покажу самый большой фудкорт. Да, окей. Тут кебабы готовят. Вот тут самое крутое мясо. Главное успеть. Потому что тут по времени готовят с 14.30 и до... Видите? С 14.30, пока не будет финиш. Пока мясо не съедят. Да. Как только съедят мясо, все. Эта лавочка прикрывается. Мы вчера его показывали. Очень вкусное, мы ставим, покажем вам. Также вот это вот бургер. По поводу бургеров, ребят, когда оно только откроется, большая очередь. Поэтому немножечко подождите, все равно оно работает до 5.00. И тут уже, когда очереди идти не будут, бургеры будут уже готовы. Вы просто пришли, взяли. Спокойно, без очереди. Дальше. Он картошку делает. Тут делают картошку такую, как картопляна хата и так далее у нас. Разворот. Это долго они будут ее делать. Картофель фри. А вот тут, друзья, готовят так. Такие фургончики работают на протяжении всего дня. Смотрите, это реально самый большой фудкорт, который я видел в отелях. Я был в Эмиратах, я был в Турции, в Шри-Ланке и так далее и тому подобное. И это реально самый огромный фудкорт. Тут тоже готовят вермишель. Тут еще готовят пельмени. Вон, пельмени. Вот это вот то, это что... ночной, он сейчас не работает, он ночной. Ночью работает тут шаурма, фалафель, вот такое вот. Тут ночное, тут, да. То есть перекус. Тут классная паста с креветками готовится. Прямо при вас, прямо на огне, при вас, да. Это соусом унаги.
Это очень невкусно. А также есть пиццы. Покажи пиццы. Пиццы. И еще разные вкусняшки. Да, и еще один бар, который тоже возле пляжа, где вы можете взять и напитки, это здесь. Но выбор напитков будет больше на пляже. Кстати, да, то, что немаловажно, все коктейли наливают вот такие стаканы. Если на пляж, если да, по территории идешь, то стекло. Смотрите, ребята, если вам нужно фрукты на пляж, взять это все без проблем на подносе, только там на поднос берете и А теперь мы вам покажем ужин. Снимаем ужин в отеле. Сладости. Тарелочки, ребят, вы получаете на входе вот таким вот образом. Здесь у нас стол сладкий. В отеле есть своя мороженица. Вам нравится отель? Прекрасно. Очень. Спасибо.
работает с 12 до 21. Причем, смотрите, вы можете заказать мороженое как в стаканчик, так и вот в такую вот баночку. Возле ресепшн, вот у нас ресепшн, сразу справа находится кофейня Микки Браун. В этой кофейне, она всегда заполнена, вы можете не только попробовать сладкое, но и заказать более 70 видов кофе. В этой кофейне есть выход на террасу. Вы также можете в очень атмосферной обстановке посидеть, выпить кофе на террасе с отличным видом на бассейн и на море. В отеле есть своя шоколадница, называется Лорен. Здравствуйте. Мы хотели бы шоколада. У вас есть горячий шоколад? Есть. А можно? А это конфетки такие, да? Конфетки, да. И все бесплатно? Бесплатно. Круто. Пироженки. Борьба с диетой. Горячий шоколад. Попробую сейчас. Это очень вкусно. Обязательно найдите, попросите горячий шоколад. Это еще у них очень вкусные штучки. Досыпают там с тобой. Их очень любят дети. Полные карманы. Это шоколадное, такое драже, внутри там вкусняшка. Спросим у отдыхающих. Здравствуйте, вам нравится отель? Как питание? Сервис? Сервис, все отлично. Уже все попробовали тут? Ну, еще не все. Давно приехали? Вчера. Вчера, да? Да, еще не все попробовали, но все нравится. Обслуживание, сервис, все хорошо. Все супер, да? Да. Спасибо. Друзья, еще в этом отеле каждый день делают кукурузку. Вам нравится отдыхать в отеле? При отеле имеется очень хороший детский клуб. Здравствуйте. Покажите нам его? Деток нету? Расскажите нам про детский клуб. Не знаю, не хотите? Так. Надо обязательно одеть бахилы. Сейчас я прервусь этим. Так. Одели бахилы. Одеваем. И идем. Здесь у них PlayStation. Они играют в разные игры. Тут же вход в лабиринт. Разные штуки там у них висят. И пошли. Эти вот шарики. Там маты, они там прыгают, батуты, там всякие лазалки, здесь малыши рисуют, делают всяческие подделки, такая небольшая здесь комнатка, играют кухню и так далее, там подобное, машинки, игрушки,
стаканчики. И здесь можно смотреть мультики. Такие удобные маты. Забыл. Для самых маленьких есть спальные места. Здесь они могут поспать. Вот есть бобикоты. Такие же бобикоты вам выдают в номер. Либо другой день, либо другой коричневый. Поэтому ваш младенец будет спать в бобикоте. Либо же с вами. Туалетики такие маленькие, миниатюрненькие. Ванечки маленькие. Также тут работает карточная система. Вы берете карту, прилаживаете, открываются двери. Теперь вы берете все полотенца, водичка, это абсолютно бесплатно. И вот смотрим на сайт. А расскажите нам про спа. Пожалуйста, пройдемте, я вам покажу. Давайте. Сауна и турецкая баня «Хамам» у вас бесплатно, можете приходить пользоваться по приходу. Здесь мужская и женская раздевалка. Вещи можете лично оставлять там. Шкафчики имеются с паролем. Можете свой пароль и оставляете вещи. Здесь у нас финская сауна. Финская сауна и турецкая баня «Хамам». Открыли. Мокрая. Это сухая у нас сауна. Здесь у нас русская сауна с паром. Сейчас запотеет. Запотеет. Чуть-чуть. Да? Запотеет. Да. Дайте. А здесь у нас традиционный турецкий хамам. Баня. Ага. Мраморный теплый камень, мраморные теплые стены. Здесь у нас также проходят процедуры пилинга и пилинга. Вот здесь, да? Да. Также здесь у нас имеются массажные комнаты. Тайский массаж, да? Да. Это комната релакса? Да, комната отдыха релакс. Гости отдыхают после хамама и после массажа. Угощаются фруктовыми чаями. Никого нету. Маски на лицо. Здесь маски на лицо наносятся, да? Спасибо. Я скажу спасибо Кимрану за подробную экскурсию по спа отеля Double Tree Hilton Кемер. Спасибо. Будем искать вам процедуры. Друзья, а тут вы можете поиграть в футбол, теннис, либо баскетбол. Мячи, ракетки и свет в вечернее время это абсолютно отель предоставляет бесплатно. В отеле каждый день проходит вечерняя анимация. На время карантина старт с 20:00 до 9:00. После программы желающие могут подняться на дискотеку, в бар под открытым небом, либо же пойти на пирс и тусить под свою музыку. После
После дискотеки мы любили собираться на понтоне, включать свою музыку и выпивать. Должен напомнить, что все бары в этом отеле предоставляют элитный алкоголь. А вот тусовочка в самом разгаре. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки.